Орловские полицейские провели акцию с участием автомобилистов. Местом проведения были выбраны автозаправочные станции. Водителям напоминали о влиянии физического состояния человека на безопасность при управлении транспортным средством. Это и состояние усталости, сонливости и, к сожалению, алкогольного опьянения. Освежили в памяти и важность соблюдения дистанции. Желающие смогли подышать в алкотестер и выложить селфи с хэштегами «Стратегия 0 промилле», «Россия без ДТП» в одну из соцсетей. По окончании мероприятия каждый водитель получил в подарок набор аксессуаров с символикой акции.